Привет, и вы по моему каналу ПКХД Мила. Сегодня я буду играть в ПКХД и покажу вам, где находится 7 секретных коробочек. Если это видео поможет найти, например, их кто не может. Также сегодня я буду гонять синих, потому что они немного нас обыгрывают. Или что я в красной команде? Короче, давайте уже пойдем кататься, короче, на вот этих велосипедах. Сегодня я буду участвовать вот в этой вот игре. Потому что вроде как в ней можно получить очки для команды. Так, едем. Скорее всего, я, наверное, сейчас немного ускорю, там вообще немного. Я ускорила, потому что у меня на телефоне, как вы понимаете, очень мало сейчас памяти вообще. Если я буду показывать каждую игру полностью, то у меня вообще просто телефон взорвется. Извините за такой контент, что так получается просто... Я как бы чистила память, но мне не помогло. Короче, все уже докаталось. Мне дали 360 монеток. И также мне дали боксик, с которого нам падает 1050 монет и один алмазик. Прикольно. И еще телевизор. Я, кстати, на третьем месте. Ну ничего, нормально. Сейчас еще прокачусь. Короче, все уже покаталось. Мне дали 240 монет. Ну что, прокатилась на 2 звездочки. Я очень плохо прокатилась, не знаю почему. Так, давайте пойдем, наверное, еще кататься. Так, ну все, едем. Этот мин прилетел, пока ехала, за 5 секунд где-то. Но для меня это было 30 секунд. Мне уже дали награду, я, наверное, поеду еще прокачусь, чтобы догнать синюю команду. Я взяла немного другой велосипед, давайте попробуем на нем прокатиться. Этот велосипед был очень медленный. Ну, я прокатилась тут на 3 звездочки все равно. Мне дали 360 монет. И боксик еще. В нем падает 1050 монет, один самоцвет. И какой-то стол. Так. Пойдемте, наверное, еще раз прокачусь. Давайте возьмем уже вот такой велосипед. Это, если что, велосипед с Пасхи. С Пасхи. Блин, как это сказать? Я с первого раза почему еще сижу и озвучиваю это видео. Даю вам на это 3 секунды. Все, 3 секунды прошли, говорю. Потому что пока я записала видео, на заднем фоне очень громко орал мой собака. Я его пыталась успокоить, но потом он все равно заорал, как бешеный. Ладно, у меня, в принципе, нормальная собака. Попросите его в комментариях, чтобы он не орал у меня на видео. Буду очень благодарна. Но пока я тут рассказывала, почему я озвучиваю сейчас видео, я уже доехала до финиша. И мне дают 360 монет. Кстати, тут у нас можно уже забрать наш боксик. Давайте его откроем. Так, у меня грузится. Почему-то долго. Все загрузилось. И тут у нас такой вот, не знаю, что это, какая-то подставка. Типа, награды у нас будут дальше. Вы их видите сами на экране. Кстати, вот эта вот штучка, она очень прикольная, короче, типа батут. И в конце будут у нас 2 кубка, золотой и серебряный. Время уже прокатилось 1 раз, нам дают 360 монет. Короче, мы уже почти догоняем синюю команду, надеюсь, мы выиграем, потому что я очень хочу. Красный, давайте поднажмите, мы обязательно выиграем, я в нас верю. Мы все сможем, ведь мы топ, короче, да. Но я поехала уже вот так, на таком вот крутом велосипеде, да, он очень прикольный. Это велосипед, по-моему, с Хэллоуина, или нет, не помню, с какого-то обновления велосипед, ну, короче, едем. Стоп, давайте проверим, кто сегодня самый быстрый, кто успеет за 5 секунд поставить лайк и подписаться на мой канал. Время уже пошло. 1, 2, 3, 4. Пишите в комментариях, кто успел, а кто нет. Я почитаю комментарии и посмотрю, кто у нас самый быстрый. Ну, а я еду дальше. Я уже приехала, и мне опять дают 360 монет. Ну, я пошла искать секретные коробочки. Секретная коробочка у нас есть вот на такой вот синей лошадке. Забираем ее. И тут у нас 200 монет. Секретная коробочка находится на вот этой вот розовой птичке. В ней у нас 2 алмазика.
И следующая, третья секретная коробочка у нас находится вот в этом вот летнем магазинчике. Идем до него и потом становимся ребенком. Я уже стала ребенком, теперь залазим вот сюда вот. Заходим под этот магазинчик и достаем секретную коробочку. Вторым способом можно заехать сюда на скейте. Эта секретная коробочка у нас находится вот на вот этой вот башне. Можем сюда залететь, думаю, вы ее уже увидели. Она у нас вот на той вот штучке. Забираем ее. Тут у нас 200 монет. Эта секретная коробочка у нас находится в пиццерии. Заходим сюда и берем метлу, либо выпиваем сок прыгучести. В этом случае это метла. И вот запрыгиваем вот на вот эту вот планету. Тут у нас было 200 монет. Дальше заезжаем роботом. И идем в комнату, там, где у нас находятся разные мини-игры. И в этой комнате у нас будет за диванчиком секретная коробочка. Собираем ее, и тут у нас 200 монеток. Последняя секретная коробочка у нас находится вот на вот этой вот таблице, то есть за таблицей. Тут у нас она должна быть. Но я ее тут уже собирала вне видео. Ну, на этом мое видео подходит к концу. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Извиняюсь, то, что в этом видео я не прокачивала питомцев по нашей новой традиции. В следующих видео обязательно их буду прокачивать. Ну, это все. Всем пока-пока.